Специальность колледжа КИУ – юриспруденция. Направленность – юрист в сфере правоохранительной деятельности. Квалификация – юрист. Диплом колледжа КИУ – это твой уникальный шанс получить качественное юридическое образование. Выбрав специальность юриспруденция, направленность юрист в сфере правоохранительной деятельности, ты сможешь стать полицейским или сотрудником уголовно-исполнительной системы, помощником следователя или адвоката, специалистом в органах прокуратуры или юстиции. С первого года обучения студенты готовятся к работе в сфере борьбы с преступностью, расследования и предупреждения правонарушений. Будущие юристы, помимо углубленного изучения уголовного права и процесса, судоустройства и правоохранительных органов, получают знания по ряду специальных дисциплин. К ним относятся организационное обеспечение деятельности правоохранительных органов, административная деятельность в органах внутренних дел, основы управления в правоохранительных органах и ряд других. К преимуществам специальности можно отнести ее востребованность, профессиональный рост, денежное довольствие и социальные гарантии работников. Практика студентов-юристов проходит в органах внутренних дел, следствия, юстиции, прокуратуры и других правоохранительных органах. Получи востребованную профессию в колледже КИУ.